Приветствую вас, мои маленькие и большие любители дешевых участков в городе Сочи. Показываю вам участок, находится село Варданеверино. До моря ехать примерно 25-30 минут. Если вы построите дом, вот у вас будет вот в этой части вот такой вид на горы. Впереди сад, ничего мешать не будет. Участок выглядит вот примерно так. К сожалению, связь тут ловит не очень хорошо. Не до конца я смог понять границы, это ли он, либо он вот здесь вот чуть-чуть более заросший. Но, скорее всего, я нахожусь именно на этом участке. Участок недорогой, количество соток также смотрите в описании. Садоводство, земли населенных пунктов. То есть можно строить дом, можно жить, можно получить адрес, прописку и так далее. А рядом, соответственно, стоят такие же дома садовые, кто-то тут что-то выращивает, вполне все по-сочински. Дорога плохая, говорю как есть, нужна Нива, либо нужен обычная машина, которую не жалко, которая будет периодически за что-нибудь цеплять. Вот, перспективы на то, что дорогу когда-то сделают, присутствуют. Но не стоит на это особо рассчитывать. По поводу электричества, электричество уже практически затянули. Стоят новые столбы. Я так понимаю, скорее всего, это даже администрация Кудепста это делает, потому что местное садоводство вряд ли бы это осилило, но мало ли, может быть. Но вид будет вот такой очень хороший. Поэтому, если вы хотите участок до 1 000 000 рублей, в тихом, спокойном месте, звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, собственно, этот вариант очень даже подходит. Ну, вода, само собой, есть, скважина 30-40 метров. Все как обычно. Все, друзья, спасибо за внимание. Пока-пока.